Сегодня здесь пример совместной работы. По программе общественного бюджета был сделан проект, который победил, и он сегодня реализован. Но проблема дворов, конечно, существует, и она наиболее заметна. На что сегодня и стараются сделать упор многие политики, что мы вам наведем порядок в дворах. Мы наводим порядок в дворах, не наведем, а наводим уже порядок. И делаем это планомерно. Но так, чтобы завтра эта площадка была на балансе, мы могли с уверенностью сказать, что материалы, которые используются, безопасны и так далее, и так далее. В этой работе, как и во всей, нужна система.